В 10 утра в колл-центр стали поступать звонки, адресованные главе индустриального района Александру Иванову. С сентября здесь по инициативе градоначальника Игоря Сапко организовали дежурство районных глав. Согласно графику, они проводят прямые линии. У жителей есть возможность получить оперативную информацию обо всем, что происходит в том или ином районе Перми. Здравствуйте, Александр Иванович. Хотелось бы уточнить, когда будет отремонтирована дорога по улице Экскаваторная? Мы сейчас формируем план заявок по ремонту тротуаров, пешеходных зон и в том числе дорог. С учетом сложной ситуации на улице Экскаваторной, мы постараемся включить в ближайший план на 2013 год этот участок. Городская справочная служба колл-центр главы города действует с 2008 года. Ее телефонный номер 2-059-059 у всех на слуху. Придерживаясь принципа открытости власти, Игорь Сапко регулярно проводит прямые линии для того, чтобы лично узнавать, что волнует пермяков. Это эффективный инструмент обратной связи с жителями. В задачи колл-центра входит помощь в решении проблем, информирование об услугах, оказываемых муниципалитетом, о местных событиях и мероприятиях, а при необходимости и направление запросов в мэрию или аппарат городской думы. Здесь также можно получить немало полезной справочной информации. Что касается приемов в администрации лично, я веду каждый первый и третий вторник. Мира 15, 401 кабинет. С 17.00 до 19. Продолжится практика проведения прямых линий и лично градоначальникам. Следующее состоится 24 октября. Игорь Сапко ответит на вопросы горожан, примет пожелания и предложения. Елена Закирова, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.